Снова в моде синячки под глазами, можно не высыпаться и быть в тренде. Повторяем макияж. Как базу наношу универсальный дневной крем для лица. Он мега популярный на Валберес и Озон. Лучший состав с витамином С и комплексом церамидов. Легкий, без яркой отдушки, увлажняет и восстанавливает базы для любой кожи. Да еще и за плюс-минус 500 рублей. А я рисую себе мешочки-синячочки под глазами. Как думаешь, почему сейчас так популярны эти заплаканные или заспанные макияжи? Или вообще тренд от Памелы Андерсон без макияжа на красной дорожке? Скоро у визажистов не будет работы. Оцени макияж в комментах и лови артикулы на крем в описании.